Есть вопрос, батюшка, у нас еще. Алло, добрый здравствуйте. Вечер. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Гарина, город Брянск. Батюшки, благословите. Бог нас всех благословит. Батюшка, посоветуйте, как грамотно ответить невысоковленным людям на вопрос, почему православных называют рабами Божьими? Кратко, потому что раб и работать – это однокоренные слова. Тот, кто работает для Бога, тот является его рабом, то есть соработником самому Отцу Небесному. А кто для Бога не работает, тот не раб Божий, он для Бога чужд. А мы, рабы Божии, Богу свои и граждане неба, не в блочном доме распашонки двухкомнатной, а граждане неба, вот мы где живем. Вот в чем разница, граждане неверующие.